Премьер-министр Молдовы предложила вашей команде возглавить команду реформ в ее стране. Примете ли вы это предложение или останетесь в Украине? Мы старые соратники с Майей Санду. Мы вчера действительно встречались в аэропорту Борисполь, и она хочет, чтобы взять наш опыт реформы. Конечно, какие-то ребята с моей командой, как в свое время ездили они в Украину, но кто-то остался, кто-то уехал, они уедут. Но, и я с Молдовой точно не собираюсь. Меня еще ее предшественник и некоторые ее там ребята предлагали, там его ребята, стать даже премьер-министром Молдовы. На что я сказал, что я не премьер-министр по вызову, при всем уважении к молдаванам, братьям нашим. И я буду заниматься борьбой с ворами там, где я живу. В данном случае Украина. Это раз. Во-вторых, и, кстати, хорошая история в Молдове, что олигарх сбежал. И сейчас они просят Соединенные Штаты его передать обратно.